Профессиональный токарь Игорь Лебедев всегда мечтал иметь свой маленький музей. Сегодня его мечта воплощается прямо на рабочем месте, в подсобном помещении Ангарского индустриального техникума. Гордость мастера – 96 оригинальных подстаканников. Лазил в интернете, смотрел, когда эти подстаканники, с какого периода начали выпускаться, то есть какие заводы выпускали подстаканники. Вот. Заводы у нас были такие, кольчугинские заводы, те выпускали подстаканники, даже в Туле и то выпускали подстаканники. Экспонаты из коллекции ангарчанина оригинальны и необычны. Игорю Лебедеву интересно все, что связано с уходящей эпохой. В желании сохранить историческую память и наследие для потомков, мужчина собирает старинные самовары, монеты и керамические изделия советской эпохи. Я начал собирать Ангарский керамический завод по одной простой причине, что этот завод на данный момент перестал свое существование. Это я уже говорил, что это все выбрасывается и не ценится. Но я вот хочу как бы сохранить наследие, что выпускал завод. В коллекции энтузиаста есть экспонат, которому 115 лет. Удивительно то, что эти часы до сих пор исправно отбивают время. Ангарчанин гордится своим увлечением и активно общается с другими коллекционерами. На многочисленные предложения продать уникальные экземпляры мужчина пока отвечает отказом. Но, возможно, когда-нибудь Игорь Лебедев подарит свою уникальную коллекцию городу. Наталья Никифорова, Михаил Тырышкин, «Местное время».